Блять, акцентируя, бля, ебаный свет. Внимание на возрасте. 18 лет. Это дохуя уже, извини. 19 скоро будет через месяц. Я просто не, ну, я не совсем понимаю. В наше время детство, это что? До какого возраста? До пенсии, что ли, блять? До 50 лет, может быть, или до скольки? Просто, ну, я говорю, мой дед хуярил уже в 13 лет. В шахте. Ходил, работал, блять, уже бизнес открывал свой. Мой прадед, блядь, в 10 лет уже на войне был. А сейчас 18 лет ребенок, блядь, да башкой не думает, нахуй. Умк-пук, блядь, что делать, не знаю. Ребенок. Ничего себе, блядь. Хуй поглубже зато хотелось бы. Бля, вообще такой пиздец. Хурикан, спасибо тебе большое за 5 месяцев переподписки. Ясмин, спасибо тебе тоже большое за...